Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время была одна единственная подруга, но она была ближе родственников. 2 года назад пришлось прекратить общение, так как была сыта ее ложью и чувствовала себя как безотказный запасной вариант. Сейчас я безумно завидую тем, у кого есть друзья. Мне очень скучно, хобби плохо отвлекает, каждый день мучаюсь от того, что не с кем общаться. Конечно, мне ее дико не хватает, но она уже другой человек, и нам не по пути, тем более она теперь замужем. Общаюсь только с родственниками. И то не каждый день. Даже толком не знаю, зачем пишу. С одной стороны, хочу узнать, где найти адекватных друзей в соцсетях. С другой, наверное, я сама в состоянии найти сайт. И все же, может, вы знаете надежное приложение или сайт. Мне уже прямо плохо. Уважаемый аноним, психологи не отвечают на такие вопросы. Мы не являемся информационными агрегаторами. Поэтому, на мой взгляд, можно вам ответить с точки зрения психологии. С точки зрения психологии я бы обратил ваше внимание на следующее. На зависть, на скуку, на то, что плохо отвлекает хобби, и на то, что вы мучаетесь от того, что не с кем вам общаться. Ну, по сути, то же самое, что и скука. Значит, первое. Зависть – это ваш потенциал. То есть, если вы завидуете тем, у кого есть друзья, значит, эти друзья могут быть и у вас. Но вы себя сдерживаете, вы себя подавляете, вы отказываетесь от каких-то своих порывов. В результате имеем то, что имеем. Что это за порывы? Нужно выяснять, учиться их принимать, выражать, корректно с ними обращаться. Все у вас будет хорошо. Скучно. Скука – это, с одной стороны, самоотторжение, то есть, ну, иными словами, человек при самоотторжении себя как бы, ну, отторгает себя человек, вот. То есть, при самоотторжении человек не может как бы находиться, ну вот знаете, наедине с собой, по сути, вот. То есть человеку очень сложно, ну что называется, выносить, вот я бы так, наверное, это озвучил бы, выносить себя самого, вот. И, соответственно, чувство скуки является психологической проблемой, на которую вам нужно обратить свое внимание. Вот. Вместе с тем, скука также представляет из себя следующее. Скука представляет из себя подавление тех чувств, которые кажутся неуместными, которые кажутся ненужными, которые кажутся лишними, которые кажутся, ну, неприемлемыми, вот. То есть, если человек считает, что что-то, что он чувствует, да, что-то, что ему, ну, хочется, вот, что-то, в чем он нуждается, например, и так далее. Вот, если человек ощущает, что это, вот, ну, грубо говоря, как-то не вписывается в его образ, например, который он, человек, сам себе придумал,
Вот образ, который человек сам себе простроил, допустим, то это и есть то, что купируется скукой. Вот. Дальше. Мы говорили о хобби. Вот. Ну, то есть вы говорили о хобби, о том, что хобби вас плохо отвлекает. Вот. О чем это свидетельствует? О том, что вы не реализуете свои интересы в полной мере. Вот. То есть это свидетельствует о том, что вы занимаетесь хобби, да? Вот. Ну, я бы сказал, как. Как вы занимаетесь хобби? Вы занимаетесь хобби механически. Вот. Скорее всего. То есть вы к этому, ну, вы к этому подходите. Я имею в виду к хобби. Вот. Механически. Для галочки. Подходите вы к своему хобби, к сожалению. Вот. Конечно, вам это не приятно будет слышать то, что я сказал, но тем не менее. Дело в том, что хобби не должно отвлекать. Хобби – это способ реализации того, что у вас есть. Хобби – это способ проявить себя, но не отвлечь. Понимаете? Поэтому пересмотр хобби и того, что вы, ну, того, что вы называете хобби, очень важно. Следующий момент. Выстраивать отношения с людьми можно и нужно на основе чего-то общего. А общее – это ваши интересы. Соответственно, работать над сферой интересов очень необходимо. Как и над тем, куда вы вообще глобально по жизни идете, чтобы у вас появились единомышленники, люди, которые разделяли бы ваше видение, вашу жизненную философию. Вот это все необходимо формировать. В том числе с помощью психолога. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. И в заключение хочется, наверное, пару слов про замужество сказать. Какая связь замужества с тем, что вы не общаетесь с подругой. Вот. То есть вы сами не замужем. Нет ли у вас проблемы со взаимоотношениями между вами и мужчинами? Если так, если есть, то это тоже нужно корректировать. Удачи вам, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.